следующий семинар. Сегодня у нас пока будет несколько математическая задача, то есть мы будем рассматривать алгебраические свойства группы SU3 и алгебры SU3 и SU1. То есть тема у нас будет такая, тема группа SU1. Да? То есть мы будем в основном говорить про группу SU1 и в частности говорить особо о группе SU3. Нас эта группа интересует прежде всего с точки зрения калибровочной симметрии, то есть мы уже переходим от изотопической симметрии, приближенной, да, симметрии, к калибровочной симметрии. И прежде чем писать лагранжаны, с ним работать с лагранжаном выхода, мы немножко поговорим про алгебру. То есть мы видим ряд соотношений, которые нам в дальнейшем много-много раз понадобятся. Да? Сначала несколько общих таких замечаний, то есть по поводу калибровочных групп, то есть какие эти группы могут быть. В общем, так оказалось, что из требования, если у вас есть требования калибровочной вероятности, плюс требования того, что у вас лагранжан содержащий кинетический член калибровочного бозона должен иметь положительную определенную энергию, а калибровочный бозон у вас должен иметь положительную определенную энергию, да? То есть у вас кинетический член должен давать положительную определенную энергию. Из этого следует, что какую попало калибровочную группу брать нельзя. И в частности, нас будут интересовать такие калибровочные группы. Вы знаете уже из того, что на лекциях говорили, что у вас в основном лагранжан входит не групповые элементы, а генераторы группы, правильно? То есть генераторы группы фундаментальных представлений или присоединенных представлений. Так вот, нас в основном будут интересовать такие группы, алгебры которых представимы в виде прямой, в виде коммутирующих прямых сумм, простых компактных подалгебров и, возможно, еще U1 алгебра. Да? U1 подалгебра — это что такое? Это подалгебра, в которой есть только один генератор, коммутирующий со всеми остальными. И этот генератор мы обычно называем заряд. Да? Вот в электродинамике, когда мы с вами рассматривали U1 калибровочную теорию, вот там, собственно, электрический заряд — это и был генератор наших калибровочных групп. Он там был один, да? Больше других не было. А в общем случае наша калибровочная группа такова, что ее алгебра представима в виде прямой суммы простых компактных подалгебр. Да? Алгебра называется простой, если в ней нет алгебрали, называется простой, если в ней нет инвариантных подалгебр. Или что то же самое, ее нельзя разбить, алгебру, и нельзя разбить на две группы взаимоконтирующих между собой генераторов. Да? То есть все генераторы друг с другом с помощью скобки Ли перемешиваются. Вот. Это все такая высокая теория. А сегодня мы будем более конкретно смотреть группу SU1 и исследовать ее алгебраические свойства. То есть все вот эти требования про простоту алгебры, компактность и так далее, нужны фактически в конечном счете для того, чтобы у вас представления вашей группы были унитарными, да? Чтобы наша калибровочная симметрия реализовывалась унитарными представлениями, конечномерными, или что то же самое, что генераторы реализовывались эрмитовыми конечномерными матрицами. Да? Поэтому мы будем рассматривать сейчас более конкретно группу SU1, про нее мы точно знаю, что если у меня групповой элемент здесь записывается в таком виде, и ТА на ТА, да, где А определяет размер группы, то от единицы до n квадрат минус 1. ТА — это набор параметров, да, характеризующих группового элемента. Это как в группе вращения у нас этот параметр фактически сводился к углу вращения и оси вращения, да, то есть трем параметрам. Так здесь у нас будет n квадрат минус 1 параметр,
если мы на нейтрон, да, то в КХД имеет место, то получаем 8 штук. Да? 8 штук. Из того, что у нас элемент U принадлежит группе SON, то есть детерминант U равен единице, с одной стороны, с другой стороны, это есть детерминант E в степени A, это есть E в степени trace A, правильно? То есть будет I, это A, trace A, правильно? Поэтому на наши генераторы должны быть исследованными и эрмитовыми матрицами. Эрмитовыми, потому что мы не сделали с элементарными матрицами, да? То есть крест равен минус первым. Поэтому А крест должен быть равно ТА, правильно? То есть наши генераторы, они эрмитовые и исследованные. Когда я так пишу, я подразумеваю генераторы фундаментального представления, то, что называется, да? То есть это генераторы матрицы размером n на l. N на n матрицы. Фундаментальное представление. Точное представление группы и точных размеров. И главным соотношением, задающим нашу алгебру, является функциональное соотношение. Да? Функциональное соотношение. То есть матрица скобка 1, да, в данном случае. Это просто матричный коммутатор в наших эрмитовых матриц. И это I, F, A, B, C, структурные константы, омега C. Да? F, A, B, C — это вещественные структурные константы. Потому что они вещественные, сейчас чуть позже увидимся. Да? Фактически это будет следовать из того, что у нас T эрмитовая матрица. Хорошо, давайте решим такую первую задачу. Задачу номер один. Задача относительно свойств вот этих структурных констант нашей группы. Да? Структурные константы — это обычные числа. Да? Тензор индекс АВС это выделяет значение от единиц до n квадрат минус 1. Да? Каждый из этих индексов значение от единиц до n квадрат минус 1. Вот давайте решим такую задачку. При условии, что генераторы в нашем фундаментальном представлении нормированы вот таким образом. При условии, что генератор нормирован вот таким образом, показать, что полностью антисимметричный. Ну, не тензор никакой, так мы пишу символ. Символ. То есть при любой транспозиции индексов получаем знак минус, да? То есть из трех индексов любые там не стали, получим, работаем тот же символ со знаком минус. Да? Ну, во-первых, что мы сразу знаем уже с самого начала, что по индексам А и Б он уже какой? Сразу антисимметрично, потому что левая часть состоит коммутатор, правильно? Вот, то есть фактически нам осталось показать, что индекс С здесь такой же равноправный, как и все остальные индексы. Да? Что если я буду индекс С тоже переставлять с А и Б, то тоже буду получать знак минус. Да? Ну а давайте попробуем вот это показать. И в этой же задаче докажем такую вещь, что доказать, что вот такой оператор, я его назову Т-квадрат, это оператор А, это оператор Кизинга. Потому что он коммутируется с ним. Да. Это мир. Да. Оператор Кизинга. Сразу хочу сказать, что не было некоторых иллюзий, которые у вас могут быть посвятить
группе SU3, когда мы рассматриваем группу SU3, да, там, как я вам уже говорил, там два оператора Казимира, да, поэтому у нас как минимум будет, уже начиная даже с группы SU3, их несколько штук, несколько разных штук. Вот. А именно N1 у нас одна, да, N1 у нас одна штука. И вам, возможно, говорили на третьем курсе, что оператор Казимира — это квадратичная комбинация генераторов, которые коммутируются всеми прочими генераторами. Да? Вот это не совсем корректно, потому что вовсе не обязательно требует, чтобы это была квадратичная комбинация. Да? То есть вот эта комбинация квадратичная, и она будет оператором Казимира. А прочие операторы Казимира, они на самом деле строятся как кубическая комбинация генераторов, там, если грубо SUN, то и высших степеней тоже по генератору. Да? То есть вовсе не обязательно это квадратичная комбинация. Можно правильно? Да. А вот то, что генератор, ну, этот оператор Казимира будет N-1 до группы SUN, это общее свойство, да? Вот что вот этот генератор будет n²-1, да? То есть если я рассматриваю фундаментальное представление, вот я фундаментальное представление матрицы буду обычно писать маленькими буквами t, то это вот следующие задачки по тайну, давайте сразу же искать. То есть мы рассматриваем конкретное представление какое-то, да, матричное, то из лемма Шута будет следовать, что наш оператор Казимира, он будет представлять собой единичную матрицу, умноженную на некую константу. То есть это будет единичная матрица на некую константу CF. То есть если я конкретной реализации моих генераторов константы, то должен из лемма Шута получить единичную матрицу. Да? Потому что коммутирует эта матрица, коммутирует со всеми генераторами неприводимого, значит, неприводимого представления, значит, она пропорциональная единичная. Да? Вот это. Коэффициент пропорциональности CF, это мы следующие задачи найдем, но Саша правильно сказал, то сразу его напишем. Это N²-1 на паре, да? Для группы SUN. Коэффициент вот так. Его иногда пишут еще как C2, да? Чтобы подчеркнуть, что это Казимир, квадратичный Казимир. Да? Квадратичный Казимир. Ладно, это мы следующие задачи покажем. Я немножко не правильно спрашиваю. А про что? Я спрашивал про количество Казимиров в группе SUN. Количество Казимиров, я сказал, N-1. Ну вот, как это понять? Что как понять? Ну почему так? Почему еще N-1? Их можно просто построить. Давайте так сделаем. Мы решим эту задачу все-таки с простого к сложному, да? Решим задачу, а в качестве замечания к задаче я это поясню. Хорошо? Договорились? Как будем решать? Можно, допустим, табло, то равенство с FABC на ДБ, например. Тогда у нас одна часть это будет как бы симметричной. Ну давайте, смотрите к доске. То есть мы берем вот это вот равенство, все, умножаем, например, на ТГ. Ну, у нас получается. Зачем? Давайте на произвольно, на ТГЕ как-то. А, ну давайте. Чтобы у нас некая большая общность была. Тогда умножаем на некоторое ТЕ. Да. Вот, здесь получаем Е. Ну, я справа умножаю. В принципе, разница есть, да? Куда-то умножать. С, ТЕ. Вот, теперь давайте вот эту штуку подробно рассмотрим. То есть прокоммутируем ты и я в какую-нибудь одну сторону. А зачем? Мы с какой-то целью хотим делать? Ну, я вообще-то как думал, что мы возьмем здесь, доложим на ТП. Uh-huh. Вот этот тензор у нас симметричный. Если мы здесь прокоммутируем, там, ну, в смысле, ТЦ на ТП. В смысле, марк это по ЦП симметричный. Нет, не симметричный. Не симметричный. Если бы он был симметричный, то при свертке с F он бы дал 0. Мы же хотим показать, что F это антисимметричный символ, правильно? Я как раз и думал, что он будет симметричный, если мы получим тут ножку, мы вообще говорим об этом вообще. Наверное, на ДБ имеет смысл домножить, например, 1 на ТЦ. А мы не на ТЦ, мы на ДЕ такое.
Это не. По индексу C вообще идет суммирование. Мы повторяемся с индексом, идет суммирование, да, где не говорит о ноль. Но на самом деле, в принципе, так тоже неплохо. Мы в конечном счете хотим найти что-то код F, правильно? Ага. Вот. Что? Отойдите на секунду. Вы сейчас домножили на ТЕ. Вот это равенство транзакционное на ТЕ домножили. ТЕ. Да, а следующее. О, давайте попробуем взять след. Если мы возьмем след, то у нас что получается? Значит, у нас с одной стороны, да, берем. Угу. Вот. С одной стороны у нас вот эта вот штука идет. У нас то есть ТА, НВ, ТЕ. Значит, минус след. Вот ТБ, ТА, ТЕ. Да. Вот. И с этой стороны, то есть у нас И получается на след. Трейс. Значит. F, A, B, C, C, T, E. F это просто числа, да, поэтому их из-под трейса можно было бы не вынести. Ну да. Да. А трейс, T, C, T, E, да, мы... Да, мы таким вот образом. Мы можем переписать таким образом. То есть получается I, F, A, B, C, A, B, C, на лямбда, дельта, А, П. Ну не А, В, а С, Е. Вот. Ну и можем, в принципе, сразу заменить. То есть у нас и F, и лямбда, F, А, Б, Е. Вот. И теперь вот эти... Значит, можно переписать, что F, А, Б, С равно... Почему? Отсюда переписано. Е на этих С заменим. F, А, Б, С равно... Значит, здесь мы получаем минус и на лямбда. Вот. И вот это вот выражение с лямбдами. То есть у нас получается 3 из Т, А, Т, Б, Т, С. Пока Сергей переписывает трейс, давайте обратим внимание, что каждый из этих трейсов, он каким свойством обладает? Я по трейсам могу... Можем. Сейчас, видите, скажу. По трейсам можем циклически переставлять матрицы. Да? То есть все циклические перестановки матрицы, они нас будут приводить к тому же самому трейсу. Вот, ну, давайте сделаем какую-нибудь циклическую перестановку. Допустим, мы можем что попробовать? А, нет, погодите, мы на самом деле уже фактически задачу решили. Теперь смотрите внимательно. Вот, если вы делаете перестановки индексов, да? У нас знак что происходит? Меняется. То есть мы берем, соответственно, берем и переставляем, например, какие B, ну, у нас C интересно, поэтому B и C, например, переставим. Если мы переставим B и C, то у нас вот здесь с точностью до вот этих циклических перестановок получится, что это слагаемое берет в это, а то другое. Соответственно, у нас знак поменяется. Поменяется знак, да? То есть можно вот этот след переписать, что он равен следу со всеми своими циклическими перестановками, а этот равен следу со всеми своими циклическими перестановками. Да? И отсюда видно полная антисимметрия этого значка. Да? Хорошо. Теперь здесь такой момент некий, еще мы пока что упустили. А кто сказал вообще, что генераторы можно так нормировать? Давайте мне позвоним декан, поэтому я скажу, как это делать. Пока сами попробуйте. Давайте рассмотрим такую матрицу MOB, которая есть трейс TATB. Пока что мы про генераторы ничего не знаем, кроме того, что они реализуют. Да? А давайте попробуем показать, что матрицу MOB можно диагонализовать, что это вещественная и симметричная матрица. Попробуйте диагонализовать, а я пока отличусь. Алло?
что он нам даст? Сейчас посмотрим. Получается, КТБ. Это у нас будет просто, если мы треска мотатора рассмотрим, то у нас же есть скрещенная перестановка, у нас много конкурсов. Ну да, это надо быть. А, ну мы его не подложим, потому что мы только раз... Это неинтересно, что мы другое делаем. Можно с экспонентами, в принципе, повозиться, но там как-то, не знаю, Сейчас, у тебя же нет того, что шкура ТАТБ, а у меня модель ТАБ, да? Ну вот. А при этом коммутатор известен. Вот это, да, коммутатор. Ну, то что там. А, не, ну мы можем, в принципе, как сказать? Мы же можем сказать, что у нас детерминант вот этой штуки, правильно? Он должен равняться детерминанту диагонализованной матрицы. Ну это как минимум. Вот. Потому, ну давайте попробуем, что ли, взять детерминант. Почему-то тянет тут с этими экспонентами проводить, я правда не знаю пока как. Если у тебя следов коммутатора равен нулю же? Не, ну к ноль, ну а что тебе тогда? То что? Это уже не раз в клинике перестает. Вот это было и так. Здесь есть идея использовать то, что у нас, по идее, у нас детерминант симметризованной матрицы должен уравняться детерминанту этой матрицы. И вот, а ну, больше так еще догадочный знак. Напишите, что такое МБА? Ну, МБА, это, соответственно, это трейс ТБ, ТА. Ну, еще вот равно через МБА. Ну, это равно МБ, это понятно. Вот. Ну, да, понятно, я вам посмотрю. Да, в этом смысле мы можем, да, диагонализировать. То есть, симметричная матрица, да? Да. Ну, пока что по индексам А и Б она симметричная, но в прямом определении. Теперь, если я ее комплексно сопрягаю, я могу соответствующий группировку? Что произойдет? Ну, соответственно, что у нас получается? Мы берем трейс, и получается здесь театр мы тоже сопрягаем. Да, и то есть у нас получается ТП сопряженная, правильно? Вот, ТП. Почему? Это как ТП сопряженное? При сопряжении между что местами, что ли? А, не. ТА сопряженная. Да. Вот, ТП сопряженная. Вот. Угу. Да, теперь поскольку. Это... Давайте распишем, что это такое. Трейс это что такое? Ну, в смысле, это фактически у нас что получается? Это ТА сопряженная, ТП сопряженная, здесь какие-нибудь индексы, например, пусть если здесь альфа-бета будет, да? То есть, ну, очень нечестно. Ну, давайте мы вот этот индекс от одного до n, ну, как-нибудь ижи там, греческий. Ну, допустим, тогда пускай ижи будет. Ижи? Ижи, а здесь тогда будет жи и и. Ага. Вот. А теперь что мы можем сделать? Не, ну, мы можем транспонировать все это дело. Зачем? Ну, в смысле, у нас же трейс транспонирует матрицы. Равен трейсу распределенным. Ну что хотим показать? Ну, я для чего здесь комплекс распределился? В конечном счете. Ну что она равна самой себе. Что это равна МОБ, правильно? Да. Ну давайте... мы и получим это самое. Вот если мы там спланируем еще, мы можем воспользоваться вот этим тольбистом. Вот, и, соответственно, показать, что это МОБ будет. Конечно, вот. Если мы транспонируем это все дело, у нас эта штука... Какое это все дело? Что именно? Вот, вот это вот. Что здесь пока в индексах написано, это числа. Нет, но мы можем вообще вот эту матрицу, которая тут вся стоит, но. Мы ее можем транспонировать. Окей, ну от этого след, да, и что? Ну, соответственно, если мы ее транспонируем, то мы что тут получим? Мы получим, что у нас стоит ТВ квест, правильно? На ТА квест.
Uh-huh. Вот. А вот по тому свойству, uh-huh. это у нас есть просто шрейс от ТБ на ТА. Uh-huh. Вот. Или это есть, ну просто циклические представления, шрейс от ТА в ТБ. Uh-huh. А это есть лимонбрэк. Совершенно верно. То есть фактически мы воспользовались вот здесь тем, что когнитовая матрица, да, индексы можно пересекать, да, и сразу было все это сюда перешли. Да, с последней строчки. А, да? Да. То есть M, AB у нас симметричны по индексам и вещественные, да? Что мы про такие матрицы знаем? Что они симметричны и вещественные? Да, да. Это значит, что можно выбрать такой базис из этих генерандов, то есть ввести какие-нибудь такие константы CAA', а здесь CA' 0. Да? Вот, перейти к новому генеранду с ноликом. Да? Так что в новом базисе у вас CM'C' будет какой матрицей? Диагональность. Диагональный, да? Диагональный, зависит лямбда 1, лямбда 2, и так далее, лямбда n, да? Понимаете? И неправильно. Неправильно, мы подразумеваем с этим, да? Генератор, на самом квадрат будет сидеть, правильно? Это помните такое, да, из алгебра? Помните. Теперь, ну, как частный случай выпуска. Да, да, совершенно верно. Теперь, вот каждый из этих лямбд, не знаю, лямбд тебе, это есть, это есть что такое? Это есть трейс от чего? В смысле, трейс от этой штуки получается? Ну, да, то есть это есть трейс от... Вот этого уровня, то есть у нас C. Почему это вот так? Все, я уже перешел, перешел к диагональной форме, то есть я уже имею дело только с T, A. Ноль. Следующий генератор. То есть вот это уже диагонализованная матрица. Это уже не знаю. Это не ноль, как я подзначу. А ноль это что такое? Здесь трейс. Т. Т. А. Ноль. Т. Б. Ноль. Ну тогда у нас получается, что если у нас здесь индексы А, Б, да? То у нас получается это трейс Т. А. Ноль. Правильно? Например. Если какой-то хитрый я взял. Это ты не ноль, да? Но. На Т 0-0. Почему ты 0-0? Я не сейчас. Но, а, нет, и, да. Тоже и, да? И по ИИ суммирования нет, да? Да? Т и 0 на Т и 0, да? Стоит, да? А что мы знаем про вот эту матрицу? Если Т 0, это лимитовая матрица. То есть все матрицы, они у нас лимитовые, да? Или у нас генератор уже должен быть. Так что лимитовые исследования. Квадрат матрицы, лимитовой матрицы, что про него знаем? Я вас спрашиваю, задали ли вы в целом, чтобы вы мне сказали, какого знака здесь нам? Положительный. Положительный, да? То есть вот эта матрица положительно, положительно определена, да? Положительно определена. Все собственные значения у нее положительные. Значит, сумма квадратов этих собственных значений тоже положительна. То есть все наши лямбды, которые здесь стоят, они все больше нуля, правильно? Верно? А значит, можно, можно написать вот такое преобразование, можно поделив каждый из вот этих Т0, Т0 и Т, поделив на корень из лямбда и Т, можно эту матрицу привести к какому виду? Если я теперь от Т0 и Т приведу к Т0 и Т, делить на корень из лямбда и Т, к новым генералам приведу, ну, таким, да, они тоже примитовые, тоже преследовые, да? То в новом базисе, в этом базисе, она станет единицей, да, единичная матрица второго. Это то, что нам и требуется, правильно? Да. То есть в новом базисе мы общую константу можем вынести отсюда, какую захотим, да? А оставшаяся матрица будет с единичками. Правильно? Понимаете? Ну, хорошо. Обычно вот для фундаментального представления, то есть когда t у нас фундаментальное представление, обычно m берут равное 1/2. Ну так просто. Если лямбда 1/2, то f abc это есть что такое? Это будет
минус 2i, да? Минус 2i на фрейс, так напишу, ta, а здесь кому там будет? Это будет c. Правильно? Согласны? Где учиться? Просто вот этот тот c, который здесь, я его под c сюда переставил, да? То есть наши структурные константы можно вот таким вот образом выразить. Давайте в этой же задаче мы еще покажем, что f это вещественная константа. Что, что вот эти f это вещественные числа, да? Как это можно проверить? Где это есть? Попробуй вот это равенство лоб сопрячь. Ну можно попробовать его, но оно какое-то довольно сложное. Ну тогда вот это. Можно вот эту тему сопрячь. Давайте возьмем Эрмитово сопряжение от нашего коммутационного соотношения. С одной стороны, это что-то что-то. Тогда у нас получается здесь минус i. Ну и я пока вот того слова напишу. Вот здесь у нас получается tc. Вот, здесь у нас получается f abc. Со звездочкой, да? Да, со звездочкой. Ну, звездочка книга. Вот все надо ставить. Вот. И здесь у нас, соответственно, вот это, когда будем Эрмитово сопряжение нажать, у нас у коммутатора получается, что знак поменяется. Да, коммутатор Эрмитовых операторов это Эрмитовых операторов, правильно? C, A, F, B. А с другой стороны, этот минус Т от Б, это что такое? А с другой стороны, это есть минус И, Ф, А, Б, С, на этой стороны, по сути, мы доказались, что на это. Да? Это равно этому, верно? Да. Дальше, ну, чтобы совсем не стало бы быть, слева и справа мы домножаем на ТБ и берем след, да? Чтобы избавиться от этого, сократить ТЦ, да? Как мы его сокращаем, взять им следа, да? Вот. И получаем, что FBC равно FBC со звездочкой. Правильно? То есть FBC это вещественный структурный констант. Но это сразу понятно, потому что когда в теории групп вы строите эти константы, они уже они из закона умножения в группе E, они сразу вещественные получаются. Да? То есть здесь мы просто проверили некую самосогласованность. Хорошо, значит мы с вами показали, что, во-первых, генератор всегда можно вот так нагенерировать, да? Во-вторых, показали, что есть такая формула для FBC. Подойдите еще вот. И показали, что это вещественное. Да? А осталось проверить, что вот такая комбинация это оператор Казимира. Да? То есть давайте какой коммутатор посчитаем? Ну, коммутатор, соответственно, с этим оператором ТА-ТА, допустим, с этим не будет делать. Да, ТА-ТА. Да, с произвольным генератором ТП считаем, да. Вот, тогда получаем следующее, то, что у нас это будет ТА на ТА СД плюс ТА КБ на ТА. Да. А это равно, соответственно, у нас получается чему? Ну, И вынесем, например, ФАБС у нас будет общее. ФАБС. Вот. И здесь запишем, соответственно, будет ТА. Вот. Так. И здесь. Коммутатор, что у вас тут еще? Да, у нас еще есть на ТЦ. На ТЦ, да. Вот. Плюс ТЦ. ТА. Вот. Вот эта вещь у нас антисимметричная, как мы доказали. Да. Вот. А это асимметричная. Вот это угу. Получаем сверху симметричного объекта по индексу C, а с антисимметричным символом FBC. Да? То есть это мы. То есть действительно, такая комбинация генератора, она является оператором Казимира. Правильно? При этом мы используем только алгебру, мы явно бы не использовали. Да? То есть от представления все это не зависит от рассуждения. Да? Действительно, оператор Казимира. Потому что иногда бывает, что каким случайным образом вы можете подобрать в конкретном представлении некие комбинации генераторов, которые вам дадут ноль. Но это вовсе не значит, что эта комбинация будет в общем случае оператором Казимира. Которые вам дадут не ноль, а там единичную матрицу. Да? Это вовсе не значит, что у вас эта комбинация в общем случае есть оператор Казимира. Так, хорошо, спасибо. Теперь по поводу
по поводу замечаний Саши. Давайте пару слов скажу, чтобы некая прямота картины была. А по тому, что мы здесь сделали, вопрос есть, все понятно. Запомните все формулы, которые мы здесь выводим, особенно обводим, да? Их нужно выполнять и нам пригодятся дальше. Хорошо, замечание такое, замечание. Замечание. Об операторах Казимира. Оператор Казимира. Казимира. Значит, как их построить в общем случае? В общем случае, вы имеете дело, можете иметь дело не только с фундаментальным представлением, да, вашей алгебры, то есть представлением матрицами n на n, но и с другими представлениями. Вы в лекции знаете, что как минимум есть такое присоединенное представление, да, adjoint representation. Кроме того, нужно из фундаментальных представлений путем тензорного произведения строить представление высших размерностей, да. То есть, в принципе, ваши генераторы могут быть в произвольном представлении, так это будет обозначать, ТА, альфа, бета, да, где индекс А пробегает значение от единицы до n квадрат минус 1, он нумерует наши генераторы, а альфа и бета – это матричный индекс, то есть он пробегает значение от единицы до размерности нашего представления. Да? В случае фундаментального представления альфа и бета пробегало значение откуда? Единицы, то да, и он, потому что это матрица двумерная, да, двумерная. Хорошо. Вот. А кроме того, у нас есть матрицы фундаментального представления, да, ТА и Ж. ТА и Ж. Оно настолько важное, это представление, что фундаментального не зря назвали, да. Вот давайте построим такой объект. Я его обзову А. Это будет новый генератор вот в этом представлении. Новый генератор вот в этом представлении. Как он строится? Смотрите, это матрица такого же размера, как вот эта матрица. Да? Как есть и так, и в этом. И строю я таким образом. Я беру вот эти мои матрицы. А. И умножаем на вот эти числа. Т, А и Ж это числа, да, в данном контексте. Т, А и Ж. И по индексу А суммирован, да. То есть я получил набор матриц, которые нумеруются, набор матриц, новых генераторов, которые нумеруются двумя индексами И и Ж. Вот я сюда и напишу внутрь. И Ж. То есть вот этот индекс альфа и бета – это матричный индекс, который пробегает размерность этой матрицы, да, она такая же, как размерность нашего представления t. Да? А индекс и и ж пробегает значение от 1 до 3, да? Но фактически у нас мы знаем, что такие генераторы, и, ну, до 3 это в группе SU3, от 1 до n, да, каждый индекс и ж от 1 до n. Но наши условия исследовательности нам вычитает отсюда одну степень свободы, да? То есть у меня вот этих генераторов ровно столько же, сколько генераторов ТА, то есть n квадрат минус 1. Да? То есть генераторов n квадрат минус 1. Поэтому индекс А пробегает значение единицы до n квадрат минус 1. И вот этих генераторов. Их тоже n квадрат минус 1 штука. Только я их не индексом А наберу, а двумя индексами И и Ж. Чем вот эти новые генераторы удобны? Ну, тем, что из них легко операторы Казимира строить. Во-первых, как коммутационные соотношения выглядят? Двоечка для красоты, да, нормировочная. Вот, собственно, из вот этой нормировки двоечка обычно здесь стоит.
То есть генераторы фундаментального представления нормируют обычно двоечки. Это для фундаментального представления генератора, да? Для фундаментального. Тогда можно написать теперь вот это соотношение снова, да, и жили правильно. Вот. И а вот в новых генераторах это соотношение выглядит особо просто. Все вот эти структурные константы, они либо плюс, либо минус единички. Оно вот так выглядит. Смотрите, это есть дельта и L. На А кажи минус наоборот. Дельта кажи на А и Т. Видите, мои структурные константы, вот эти F, да, они просто превратились в плюс-минус единички. Плюс-минус единички. Я еще, наверное, буду забыл. Так вот, именно потому что здесь структурные константы так просто выглядят, именно поэтому из этих генераторов просто строить операторы Казимира. В частности, квадратичный оператор Казимира C2, да? Как я его строю? Смотрите, я беру А и Ж, А, Ж, К. Ж, К и К равны. То есть по всем индексам просуммировать, да? Вот в таком обозначении непонятно, но вот следующий оператор Казимира будет выглядеть, смотрите, как будет их три штуки, да? Я пишу здесь и Ж, здесь Ж, К, а здесь К и, да? Понятно, так как они строятся? С четвертый будет так же, и Ж, Ж, К, К, Л, Л, И, да? По индексу, последнему индексу сворачивают первое. То есть вот можно их все написать, да? С, Н, минус одна штука. А, И, И1, А, И1, И2, и так далее. А, И, И, С, Н, минус 1, да? Правильно? И, вот так. Почему здесь еще одну программу позволите? Что? Если еще одну сверху добавим, то сверху. Да, если еще одну сверху добавим, то это уже не будет новым генератором, не будет. То есть вот этот следующий сверху можно выразить через предыдущий. Да? То есть вот так вот можно построить следующие казимеры. А почему их n минус одна штука? Почему их n минус одна штука? Это связано с тем, что у вас в общем случае неприводимое представление в группе SOM. Неприводимое представление в группе SOM можно построить на тензорах с определенной симметрией, и эта симметрия отвечает определенной таблице Юнга. Что такое таблица Юнга? Говорили? МФР говорили? Нет? То есть такие таблички, да. Несколько штук. P1 строк, P2 строк, P3 строк, и так далее. P плюс одна строка. Да. И стоит I1. Я так вот индексы расставлю. I2 и P1. А G1 это уже плохо. Ладно, хорошо, здесь стоит И, а P1 плюс 1, да? Здесь стоит И, P1 плюс 2, да? То есть я их вот так вот перенумеровал. А дальше рассматриваю тензоры,
не один, и что там получилось? Сумма всех P. Да? Сумма всех P. А все тензоры с такой симметрией. Смотрите, какая симметрия у этих тензоров. Я должен по всем индексам каждой из строк независимо симметризовать, а потом должен после этой процедуры симметризации должен по всем столбцам по соответствующим индексам антисимметризовать. Вот если я такую процедуру произведу, да, то есть буду рассматривать объект с такой вот симметрией. Я сначала по всем вот этим индексам симметризовал, потом по этим антисимметризовал. То я, как есть такая теорема, получу неприводимый тензор в группе SUM. В группе SUM неприводимый тензор вот таким вот образом строится. Да? Им отвечает таблица Юнга с n-1 строкой. Да? То есть каждое неприводимое представление у вас будет характеризоваться набором строк. Набором каких-то строк, да, одна таблица Юнга, одно представление, да, одна таблица Юнга, одно представление, вот, и фактически вот эти числа, которые здесь стоят, они могут характеризовать ваше неприводимое представление, вот, то есть их будет действительно n-1 строка, да. Почему нет больше строк? Потому что если у вас здесь стоит строк больше, то вы можете ваш тензор, который обладает такой симметрией, свернуть с эпсилон и 1 и n, да? И таким образом сделать его приводимым. Поэтому здесь строк n-1, а не больше. Потому что есть инвариантный тензор эпсилон. Видимо, вот с помощью этого тензора как раз цель, который построить, можно выразить через вот эти, да? Ну, про это я не говорил. То есть так строится высшие казимиры, но нам фактически это не понадобится. Это как некое замечание. А в нашем случае это вот таблица состояла всего из двух строк. Да, в случае группы SU3, в частном случае, да, давайте наше подтверждение продемонстрируем о том, о чем мы уже говорили. Каждое неприводимое представление характеризовалось числами P и Q, правильно? Числами P и Q. И у нас был тензор, у которого P верхних индексов, Q нижних индексов. Как вы понимаете, их все можно было писать на одном уровне, но разделять, что это отвечает первой строке таблицы Юнга, а это второй строке таблицы Юнга. Да? То есть таблица Юнга для группы SU3 это есть таблица длиной 2, где нижняя строчка она имеет длину Q, а верхняя строчка имеет длину Q. Всего две строчки. Одна и вторая. Да, мы еще раз таблица Юнга, она у нас что обозначает? Таблица Юнга обозначает способ симметризации вашего тензора. То есть вы что должны сделать? Смотрите. Вот вы должны расставить здесь числа. Так, и 1, и 2, и 3, и так далее, и P плюс Q, да? Здесь напишу так, G1, G2, GQ, да? Написать ваш тензор со всеми этими индексами, и 1, и 2, и P плюс Q, G1, G2, GQ, да? Написали, да? Теперь отдельно по вот этим всем индексам провели симметризацию, то есть по всем вашим вот этим индексам провели симметризацию, да? Что такое симметризация, помните? Да? Единица на nth real, сумма по всем перестановкам, да? Отдельно по этим провели симметризацию, да? А потом по вот этим фарам, по вот этим парам, которые у вас стоят в столбцах, провели антисимметризацию. Тогда тот тензор, который у вас получится, он будет неприводимым в группе SU3. Проводится по всем симметризациям, и после симметризации проводится антисимметризация по столбцам. Понятно? То есть я написал сюда все мои индексы, да, провел симметризацию, теперь по вот этим индексам провожу антисимметризацию. P
При этом он уже перестанет быть, он уже перестанет быть симметричным по вот этим индексам. Да, по вот этим останется симметричным, а по этим перестанет. Да? Ладно, мы в сторону пришли. Давайте заниматься, которая нам понадобится. Значит, чтобы цилиндр нам не понадобится, хотя они дают удобный инструмент для того, чтобы раскладывать произведение представления на непереводимые. Да, то есть заниматься тем, что квадры механики сложением на выходе. Да. Вторая задачка. Назовем ее так. Соотношение полноты. Соотношение полноты. Полноты. Из трех пунктов она будет состоять. То есть написать соотношение полноты для генераторов фундаментальное представление. Подчеркиваю, мы фундаментальное представление работаем. То есть это фундаментальное представление. Второе. Найти, что мы хотели найти. То есть найти, что такое ТА. Да? То есть для фундаментального представления эта матрица будет пропорциональна единичной матрице, и это будет некий коэффициент C на единичной матрице, которую я напишу. И найти еще вот такую сверху ТА, ТБ, ТА. По индексам А идет суммирован. Да? Давайте, поскольку первый пункт мы с вами уже несколько раз делали электродинамику, например, сигма-матрица и так далее, то я его сейчас напишу быстро, а следующие два пункта кто-нибудь у вас сделает. Хорошо? Берем произвольную матрицу M, да? Размером M-лайн. Произвольная матрица из маточного кольца, такая с комплексными элементами. А матрица ТА, ты их N всего? Нет, матрица ТА, N квадрат минус 1. N квадрат минус 1, да? Я как раз сейчас хотел сказать, что нам всего хватит. Правильно? Вот я утверждаю, что я произвольную матрицу могу разложить на какой-то коэффициент C на единичную матрицу, да, n на m, плюс какой-то коэффициент C A я его могу на TA, да, где это в общем случае комплексные числа, да, комплексные числа. То есть у меня, смотрите, генератор n квадрат минус 1 штука, да, на каждый генератор есть свое комплексное число, да, то есть два вещественных числа, два. И здесь еще комплексное число, плюс еще 2, да? Получим 2 n квадрат, верно? 2 n квадрат. То есть таким образом мы все матрицы m комплексного размера n можем перебрать, правильно? То есть размерность, по крайней мере, у нас совпадает. Считаем, что наши генераторы фундаментального представления нормированы вот стандартным образом, то есть трейс ТАТБ, это есть 1 вторая ДТАБ. ДТАБ, да? Тогда как мы коэффициенты эти находили? С чему разница? Да, нужно просто взять след, правильно? Левая и правая часть. След от единичной матрицы, это будет n, то есть c будет единица на n, m, да, пока. Да? Повторяющим след суммируем. Да? А коэффициенты c на чему равны? Надо умножить на tb какой-нибудь для следа. Да, совершенно верно. И что получится? Ну, от одной t матрицы следа к нулю остается только ну и чему равно получится, да? Правильно будет? И f от c. Какой f? Да. А, нет, там же f на вторая. Можно на tb взять и след, да? То есть, да, что было? Чему равно c? 2 на n. 2, ну что? На
Домножили на ТП и взяли след. Да? Взяли след. Тогда здесь возник след, а здесь возник вот дельта АВ пополам. МТА. Да? След. МТА, совершенно верно, Кирилл. МТА. Вот это что-то. 2. М. Таким образом мы с вами получили соотношение, что L и G, детермин, да, это есть, беру теперь и G детермин, это нравится, да, это есть единица на M, M, K, K, это и G, да, плюс А и Ж и должен вот цвет написать, да? То есть М, К, И, Т, А, Л, К. Правильно? Правильно. Верно? Вот. Поскольку это тоже диско, то есть для всех мы это рисуем выполнено. Могу его. То есть могу, например, продифференцировать, чтобы он М и стриж штрих. И стриж штрих. Раз это тоже справедливое для всех, для произвольной матрицы, я могу его продифференцировать. Да? Тогда слева у меня возникли штукерем. То есть и жи, то есть и штрих. Дельта и штрих, дельта и штрих. Дельта и штрих, дельта и штрих, ага, справа. Здесь было дельта и жи, это было так осталось. Дельта и штрих к, дельта и штрих к, ага. Дельта и штрих к. Ага, совершенно верно, а здесь? Дельта и жи. На режим, а? Дельта и штрих к. Ну, если сразу все дельты свернуть, то что получится? То есть А с каким индексом? Ж-штрих и И-штрих. К превратится в как? И-штрих. И-штрих, а Л превратится в И-штрих. Правильно? Вот. А они не наоборот должны стоять? Где? По-моему, Ж-штрих сверху, И-штрих снизу. Не наоборот, все правильно. Нет, это правильная часть, да, в принципе. Правильно? Нет, нет. Правая часть. Здесь тоже можно свернуть, правильно? Свернуть. Поэтому переношу все в одну сторону и красиво записываю. Да? В левой части никогда не дифференцировали, там Ж-штрих и Ж-штрих разные стоят. В левой части? Индекс не должен быть равен индексу G-штрих, но G должен быть равен G-штрих. Ага. Хотите переставить на сами или что? Да. Зачем? Ну, можете. Смысла нет. Это же только символ обычный. Вот здесь есть разница. Это строка, это столбик. Да? Вот здесь высокая разница. Вот, значит, мы получаем такое соотношение латы. Мы его же получали для сигма матриц, правильно? Т, А, И, Ж, Т, А, И, Штрих, Ж, Штрих. По индексу А суммированного цвета, да? Это есть 1/2, 1/2, 1/2, А, дельта. Смотрите какая. И G-штрих. Так. Ну как-то ну, хорошо получили. Я просто ответ знаю, какой будет. То есть должны были мы получить вот так вот с вами. И G-штрих. Минус изменить на n. Сейчас посмотрим, где дальше писать. Дельта и Ж. Дельта и Ж. Дельта и Ж. И Ж. И Ж. И Ж. Да? Ну, так вот, получили какой надо коэффициент. Да? Этот. А здесь мы
Так, здесь слышите, что так. Ну так, вот писали. Я должен здесь был получить и уже штрих. Правильно? А я здесь получаю и штрих. Мы же там переставляем. Где переставляем? Сейчас, если бы писал и штрих. Вот так. Значит, индекс L у меня становится индексом. А, вот здесь неправильно писать. Здесь неправильно. Кирилл, здесь не совсем правильно писать. Вот еще раз внимательно смотрите. Дифференцируем вот эту штуку по ишкрих и штрих, да? Значит, индекс K у меня каким становится? Иштрих. Иштрих. То есть вот этот индекс будет иштрих, правильно? А я тебе хотел сказать как раз, что верхний и нижний. А, хорошо, если вы это хотели сказать, то я, значит, вас не слышал. А это будет жестик, да? Это будет жестик. Угу. Хорошо. Тогда если теперь по-нормальному переписываем верхний и нижний и жиль, да, то будет ровно то, как я это понял. Правильно? Угу. Согласен. По-настойчивее вот это говорите. Если в чем-то уверены, по-настойчивее говорите. Я просто описался. То есть вот получили такое, такое соотношение, да? То есть соотношение, соотношение полноты. Ну не знаю, вот графически можно заполнить как-то вот так. Здесь вот у меня стоит Т, так, да, да, верхний, нижний, верхний, нижний. Это есть перекрестные дельты, да? Минус, минус на Н, вот такие дельты, прямые, да? Понятно, что это? Да? Здесь вот улицы перекрестные, и жиштрих, и штрих жиль, и жиштрих, и штрих и, да? А здесь прямые индексы, дельта и жи, дельта и штрих жиштрих, да? Такая вот буква Х. Сейчас, да? Отлично. То есть вот мы получили соотношение полноты, теперь давайте из этого соотношения найдем, чему наша игра композинирована, и вот эта вот свертка, она у вас в амплитуре встречается, но это уже часть. Кирилл, давайте посмотрите. Ага, вот, пишите, где я собираюсь. Чтобы оператор Казимира получить, нам надо просто свернуть, если я правильно понимаю, жиль и штрих. Надо свернуть жиль и штрих. И штрих, да. Просто домножить это равенство на дельта и штрих жиль, да? Да. Таким образом у нас получается 1/2. Так, извините, я вот пока вот сейчас здесь вот коммутатор я писал для А, там буквы И не надо. Уберите буквы. Тетрадку уберите буквы. Просто дельта А минус дельта А, да. Дошло, что там буквы не должны. И. Значит, сворачиваем наше вот это тождество, сворачиваем его в дельта и штрих жиль, да? Да. Или жиль и штрих. Хотите, чтобы один был верхний, другой нижний. Давайте перекинем жиль, низкий жиль. Что то же самое, да? А вот этим индексом сворачиваем, правильно? То, чтобы маточное произведение. Ага, что получаем? Получается n на такую дельту, минус единица на n на такую дельту. И 1/2. Это здесь написано? Это я оператор так написал, можешь? На самом деле, CF это константа. А-а-а. Да, поэтому просто напишите ТА, ТА, и там, и, и жиль, да? Угу. CF это обычно резервированное значение для константа. То есть это ТА, ТА, да, с индексом каким? Верхний И, нижний жиль, да? Да. Ну, заодно убедимся, что это единичная матрица пропорциональная. Ну да. Ну, CF это тогда будет просто 1/2, это минус единица на N. CF это равно чему, да? То есть видим, что единичная матрица в координаты, да? А здесь будет
пишет n квадрат минус 1 на 2 n обычно, да. Угу. То есть cf это n квадрат минус 1 на 2 n обычно, да? Хорошо? То есть первое соотношение нашли. Запишите cf, оно n квадрат минус 1 на 2 n. И запомните. Минус 1 на 2 n. Угу. Второе соотношение пытаемся выяснить. Что мы сделаем? Давайте напишем его в индексах и применим это наше соотношение. Как индексы расставляют реально в логических показаниях. Да? Переписывать каждый раз. Вернее, тут не пишите прям ТБТА. Допустим, вот так напишем. Угу. ИЖИ, ЖК, КЛ. Угу. И эта матрица у нас будет с индексами ИЭ, да? То есть да. Вот эта матрица с индексами ИЭ. ИЭ, да? Угу. Здесь, по идее, нам надо откоммутировать как-то, чтобы под ноту применить. Зачем коммутировать? Ну, могли, конечно, откоммутировать, но... Раз тут ТА. А, ну... Здесь это же число уже. А, ну да. Это же уже матричные моменты стоят. Можно просто сразу пользоваться. Тогда мы их можем переставить как угодно. Конечно. ТБЖК мы напишем. А вот это распишем по формуле. Вторая. Дельта И, дельта ЖК. То есть крест матрица, да, будет. Дельта И, дельта ЖК. Ага. Минус единица на n. Минус единица на n в прямом порядке, да, вот он стоит. Дельта ежи, дельта кай. Для генераторов t надо просто аккуратно писать. Какой будет неизвестный, какой ниже, да, не на номер строке, где же не на строку, не на номер столбца. Для дельты, в общем-то, не обязательно. Жи, правильно. Угу. Сворачиваем. Первое слагаемое, что оно дает? Почему? Получается, след от ДБ. Да, второй дельта как-то сворачиваем, да? Угу. Дельта КЖИ с ТБ ЖК. Это и след от ТБ, правильно? Ну да. А они у нас не следовали матрицы. А тут тогда будет минус единица на 2. Угу. И на ТБ вот с такими индексами. Какими? И угу. Индекс ЖИ у меня превратился в индекс. И индекс К в индекс L, да? Угу. Значит, это все равно чему еще раз, запишем это на красивую формулу. То есть будет минус единица на 2 n, индекс изберем на t и L. Для индекса должен. А. На ТБ. На ТБ, да. Угу. Вот такое соотношение получили, да? CATBTR на минус единица на 2 n на ТБ, да? Это запомните, если здесь не надо. Угу. Спасибо, Кирилл. Вопросы есть? Да. А вот эта группа этим генератором, это тоже как бы у нас повороты в умеренном пространстве получается? Нет, почему не получается? То, что мы... Повороты в умеренном пространстве — это группа ОМ. Да? Там число генератора другое. А это у нас как? А это генератор унитарной группы. Не, ну это понятно, в смысле... Что? Какую аналогию вы хотите? Ну, вот, например, группа симметрии там, осциллятора примерного, да, с одинаковой частотой. Вот себе там представляете. SOM. То есть вы с механикой с ней сталкивались, как группа симметрии осциллятора. Симметричного осциллятора. А вот как вращение их представляет довольно трудно все-таки.
Потому что группа обращения на самом деле довольно сложная группа. У нее нетривиальная геометрия и так далее. Да? Она, например, не, получается не односвязанная группа. Да? То есть не любой контур группы обращения на групповом многообразии можно стянуть в точку. А группа СОН в этом смысле как бы проще даже немножко, потому что она вот любой контур на ней можно в точку стянуть. То есть они геометрически сильно разные. Сильно разные. Ну, то есть вот такая задача, типа, когда три грузика на пружинке, это как раз соответствует вот такой группе? Нет, не соответствует. Три грузика на пружинке — это вообще дискретная группа. Симметрия. А, ну да. Я имею в виду некую непрерывную группу. Вот вы, если гамильтониан осциллятора, скажем, трехмерного, напишите, трехмерный осциллятор, да? И вы можете его переписать в терминах А и окрест, как у вас учили, да? В терминах А и окрест видно, что гамильтониан обладает группой симметрии SU3. То есть можно эти аиты вращать с помощью унитарных преобразований, и гамильтониан с ней переходит. Поэтому, в принципе, вот эти унитарные группы, они даже для простых механических систем, в системах возникают, да? А это инвертный соответствие. Это инвертный, да, случай, да. Третье. Инвертность, да. С одинаковыми, потому что все частоты одинаковые должны быть, да? Такие должны быть в области вместе, где мы поняли, а иды крест один, да? А иначе будет нарушенная симметрия. Угу. Хорошо. Теперь давайте эти задачки в третьей. Про такие алгебраические свойства произведения для АТБ поговорим. Вот смотрите, для АТБ это есть некое Т, это генератор фундаментального представления. Да? Это есть некая матрица. Правильно? Размером n на n. Значит, я не могу разложить по моим генераторам. Правильно? Так, ну вот уже там занимаюсь. То есть это есть некий коэффициент c b на единичной матрице плюс c c на tc. Правильно? Где вот эти числа, это комплексные числа в общем случае. Правильно? Верно? Что можно еще записать? C b на единичную матрицу. А здесь вот этот тензор по индексам АБ, я могу его написать как симметричная часть. Так, для красоты перепишу, я уже не сказал, что каждая буква значит, поэтому могу так написать. Здесь будет D, A, B, C, P, F, A, B, C. Да, так и так. Я одну неизвестную букву через другие неизвестные буквы переписал, да? Просто что я сделал? Я по индексам А и Б выделил симметричную часть по индексам А и Б, да? И антисимметричную часть. Это я всегда могу сделать, верно? У меня индексы А и Б — это два внешних индекса у моей матрицы, которую я раскладываю, да? Я поэтому всегда могу написать здесь как симметричная часть плюс антисимметричная. Верно? То есть пока здесь никакой науки нет. Вот давайте попробуем вот эти коэффициенты найти. А именно доказать такое множество. Доказать. У нас А, Б, Б. Это есть единица на БМ дельта Б. Дельта Б на единичную матрицу. Единицу. Плюс 1/2 Б А, Б, С плюс И, Ф, А, Б, С. Матрица. Где Ф, А, Б, С — это наши структурные константы. И что попало, да? Как я здесь написал, антисимметричные по первым двум индексам. А именно структурные константы наши. А Д, Б, С. Д, Б, С. Это полностью симметричный, вещественный, бесследовый, в том смысле, что
D, A, A, C равно нулю, да? Значок. То есть обойтись только структурными константами нам не получилось. Пришлось вводить еще некий D вот эти, да? Ну и найдем представление для этого D удобное. То есть пока что из соотношения пола 3 имеем только вот эту запись. Вот это мы знаем, да? Знаем. Давайте найдем, что такое C, B, O, M, все. Давайте там пишите. Попробуем просто эти коэффициенты найти. Ну, а с ТА свяжусь тоже, по идее, или что? Слишком сложно быть. Что свяжусь? С ТА. Вот это с ТА. Это еще с ТА свяжусь. А зачем? Здесь, казалось бы, вы должны по уже отработанной логике идти. Как эти коэффициенты находятся? А, ну, сейчас. В предыдущем мы находили просто взять след. Конечно. Вот, след от... Ну, вот давайте находим, что такое цех, как коэффициент CAB найти. А, ну, смотрите, у нас след от одной матрицы TC равен нулю, поэтому вся вот правая часть с D и F выпадает. Остается только CAB. Пишите. Правильно говорите, все понятно. То есть возьмем след от левой и правой частей, вот этого общего равенства, да? Значит, след от... Это, да. Чуть-чуть пожирнее, пишите у нас, конечно, так, а значит, справа у нас получается, значит, C, а B выносим, и след от единицы, M, вообще говоря. Ага. Что-то сверху, M, да? Так, а ну, а здесь у нас след это, ну, берем дельта. Дельта АВ пополам, да? Вот наши фундаментальные генераторы, просто вот дельта АВ пополам. Ну, давайте сразу знаем, мы должны получать СА. Заново. А, ну, точка делить. Угу. Вот, ну этот коэффициент нашли уже, правильно? Так. Нашли. Хорошо. Давайте попробуем из этого равенства написать то, что нам уже известно. Нам коммутатор известен, правильно? Угу. Пишем, чему равен коммутатор. Так, да. Значит, коммутатор ТА, как бы, ну это понятно, что ТА. Значит, и подставим. Подставляем общее наше вот это выражение. Что это? Значит, ну у нас С мы можем уже подставить. Нет, можем, да. А оно можем... сократится. А оно сократится благополучно, да? А то удвоится. Да. Что удвоится? Что... А, ну да, симметричная часть опять сокращается. Симметричная часть, по построению симметричная, да, часть уйдет, да? А, значит, удваивается только вот И на F. Ага. Ну там была одна вторая впереди. А, B, C. Ага. На TC. На TC. Так, с одной стороны. А с другой стороны, чему наш генератор равен? Он коммутатор там. С другой стороны, мы его через структурные константы можем вывести, правильно? Ага. Так, ну и... Мы отсюда видим, что наш вот этот неизвестный F, про который мы пока что ничего не знали, это реально это просто структурные константы, да? Ага. Окей. Давайте попробуем найти, что такое вот эта симметричная часть. След вот этой части. А можно не след взять, а... Чтобы сразу аналогичное представление получить. Вот антикоммутатор. Антикоммутатор. Да, давайте вот отсюда напишем, что мы говорим антикоммутатор. ТАПП плюс антикоммутатор как обозначается? Так. Значит, у нас ЦАБ, он удвоится. Удвоится.
То есть у нас получается просто сейчас дельта А, Б делить, да? Угу. Значит, и удваивается Д, А, Б, С. Ага. А, Б, С на... А, Д, С. На, Д, С. Теперь как из этого равенства найти Д, А, Б, С? Мы еще не знаем, что мы знаем, да, как это будет? Ну, можно, в принципе, давно что-то делать. Взять след. Ну, ровно то, что мы с самого начала и хотели сделать. Просто когда мы взяли антиконвертатор, мы убили F. Да? Именно для этого мы антиконвертатор взяли. Да? Ага, пишем, чему нравится. Мы можем сразу написать, чему нравится. Да? Ну, то есть нужно умножить на PE и взять след. Да? Мы сам, значит, сейчас. Напишите, пожалуйста, след. Где этот... Или его шкур пишите. Давайте тогда вот не путайте здесь просто с кнопочки перечислить. Так, ну и тут тоже давно. Тем более индекс SPL зарезервировал за синтетическую группу. А мы еще. У нас я вам могу говорили, что все наши группы калибровочные, простые, компактные группы, и все нужно на самом деле разбить на известные классы. Это группа SOM, это группа SOM, это синтетическая группа размерности 2M и 5 спорадических групп. То есть фактически все калибровочные группы, то есть кирпичики, из которых калибровочные группы строятся, они все исчерпываются вот этими группами. Ага. Ну, не знаю. Отсюда пишем, чему равно D, A, B, C. А мы же знаем, давайте вот что-то вот сюда напишем. Так. Мы можем просто сказать, что C равно E, да? Здесь. E равно C. Ну, перепишите туда. Я не поставил полки свое дело. То есть D равно C равно. Значит, двойка. Да, будет 2. Да. Ну, здесь. Ну, аналогичный след, только в этом следе будет стоять. Антикоммутатор. Ну и можно здесь ставить. Так и пишите, по моему виду, писать по моему. Угу. И... Хорошо. И что, видим мы, что он полностью симметричный в этом представлении? Ну... Или не видим? Ну как, значит, перестановка по ВВ и С симметрична, потому что это антикоммутатор. А перестановка по А и Б. По А и Б, ну, тоже симметрично, потому что у нас след симметричен. Ну, по аналогии с тем, как мы здесь действовали. Помните, здесь было два слагаемое, да? И одно переходило в другое при нечетных перестановках индексов. А здесь одно тоже переходит в другое, но за это плюс. Да? Поэтому полная симметричность очевидна. То есть мы доказали, что такие след полностью симметричны. Да, можно показать, что бесследовано в этом смысле, что D, A, C равно 0. Что можно было бы? Ну вот вычислить просто. Вычислить? Ну как сказать, если не очень тяжело. Вот смотрите, мы знаем какие-нибудь комбинации такого вида уже, где два раза входит T? Но... Не считали? Казимиров. Оператор Казимиров. Давайте напишем, что такое T, A, T, A, с одной стороны. Нет, с одной стороны, единичная матрица, да. Нет, неправильно. N квадрат минус 1 на 2n. N квадрат минус 1 на 2n. Это квадрат. На единичную. Так. Ну и все.
выражению. Но мы уже привели его, кстати говоря, к такому, просто не знаем про свойства выражения. Мы уже много про них знаем, знаем, что они симметричны, да, да, и так далее. Что надо сделать с этим выражением, чтобы получить это? Ну, быстро сказать, что это и просуммировать. Ну, делайте. Ну, через это значение для ТП, для А, соответственно, через ТП выражение. Мы можем просто вот этот антикоммутатор расписать, в одном слагаемом сделать химическую перестановку и получить, что это будет 3 вот, одной... Вот эта штука забавляется. Писание симметрично. Что же будет быстро? Мы это же уйдем, брат. Уже видим, что было. А, ну, что, когда Б равно А, да? Ну да. Да. То есть вот сюда поставить, да, мы B равно C, да, тогда здесь будут выложенные матрицы. Ну, сейчас. Это же самое. Ну, такое. Ну, вообще, правильно себе написали? Нет. Ну, наверное. Дельта АБ, с дельта АБ, скажем, что получится? Дельта АБ с дельта АБ. А, сейчас, это же не... Это не... Это будет... Нет, у вас индекс А, это индекс присоединённый. Да, это квадрат плюс 1. Это нумератор, да? Вот единица, да, это квадрат плюс 1, да. То есть будет это квадрат плюс 1 по единичному? Ага. Так. И что? Ну, вот это так и остается. Вот. Но нас говорят, что это равно нулю, чтобы вот эти штуки сохранили. Угу. Ага. Угу. Хорошо. Все. Отлично. Давайте в этой же задаче, раз мы получили вот эти вот формулы, просто потренируемся, вот эти формулы, они дают довольно удобный способ, как производить манипуляции непосредственно с F и с D. Например, найти свертку двух F мы можем. Да? Вот давайте в этой же задаче, раз у нас здесь эти формулы выписаны, попробуем. Так, я их сотру. Найти, что такое F, A, B, C на F, A, B, C, штрих. По двум индексам сдавать. По двум индексам. Пробуем сдавать. Так, у кого еще не было? Николай, Николай, давай. Идея такая, да, генеральная идея. Вот для одного из F или для обоих можем воспользоваться этой формулой. Да? Можем для обоих воспользоваться, но продуктивнее один такой из них написать. Давайте какой-нибудь, какой вам больше нравится. Вот так. Можно? То есть первый оставляем как есть. А второй пишем следом. Пошернее пишите немножко. Ага. Прибой вот C штрих, да, C штрих. Ага. А вот теперь что-нибудь знакомое у нас есть? А, ну вот это можно расписать как коммутаторы. Напишите отдельно, что такое F ABC на TA, что такое? Ну, вот здесь вот внизу просто подпишите. Да. F об C на T A, да? У нас такая комбинация. А по-моему еще не было. Ага. Вот так. А, ну вот, оно написано. Это что такое? C, B на C. Это будет T, B, T, C, да? Угу. Мы подставляем сюда. Не забудьте, на минус. Сюда. Минус и на минус и нам дает минус единицу, да? А здесь будет трейс от чего? Так, здесь будет
ТСП, ТСШ. Ага. А это ТСП сканирование, да, идет? Проверяющий сетку сканирования. Угу. А это мы уже можем упростить, у нас все для этого уже есть, мы уже насчитали. Давайте явно распишем эти компакты. Скобочки раскрываем, и после раскрытия скобочек пользуемся только что выведенными в предыдущей задаче соотношениями. Помните соотношение, которое мы получили? ТБ, ТБ, чему равно? Н квадрат минус 1 на 2Н. Н квадрат минус 1 на 2Н, а ТБ, ТС, ТБ, чему равно? Минус 1 на 2Н, ТС. Минус 1 на 2Н, ТС, да? Мы после этой задачи выбили такие... и формулы, да? Давайте его возьмем. Сначала это ТП, ТС, ТП на ТСШ. Минус ТП. Минус. Первый на первый, да? Примножаем. ТС, ТС, ТС. ТС, ТС, ТС. Теперь какой на какой? Первый на последний здесь. А здесь ТП можно будет перекинуть сюда? Да, под знаком следа мы по циклу можем. ТБ перекинуть на первое место, да? Первый на второй, да, сейчас смотрим. ТБ перекидываем, получаем. Нет, у нас ТС в квадрате нет, у нас ТС и ТС штрих. Здесь ТБ просто стоит рядом. Ну, получается тут такое же. Угу. Ну и следующее, тут опять можно ТБ перекинуть. Ну не совсем такой же, строго говоря, там на, по-разному ТС штрих стоит, да? Нет, почему? Тут оно ТС ТС штрих, а тут ТС ТС штрих стоит. А, вы еще туда не идете на это, да? Угу, хорошо, попробуем. Так, здесь будет получается. Сейчас второй на первый, да? Сейчас второй на второй. Второй на второй? Да. А, выкупали, да. А, это был вот эти. А, второй на первый. Второй на первый. А, ну здесь тоже такой же ответ, как в первом случае. Угу. Правда, двойки везде сократятся. Просто двойки сократятся, да. Угу. Так, и значит, ну, минус тоже можно вообще сократить. Угу. Будет 2n просто в сумме. Ну, здесь у нас, по сути, знаменатели везде n, если мы вот это сложим, у нас будет n квадрат минус 1 и плюс 1. Будет n квадрат на n. Хорошо. Тс, 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 тс. Да, это у нас, в свою очередь... А, ну... Тресты С со штрих, это 1/2 дельта С со штрих. Правильно? Вот мы получили такое соотношение. В общем-то и сразу было понятно, что по С со штрих здесь ничего кроме дельта быть не может. Да? То есть вот такое соотношение получили. Замечательно. Да? И вот тоже давайте запомним. Ну, спасибо, Николай. Если только по одному свернуть индексу, то, в общем, ничего особо не получите. Ну, можно через генератор переписать, но это особо не упростится никак. Это просто будет некая комбинация генераторов. Да? То есть такого простого ответа не получится. Никак вы судьба. Нет, никак вы судьба. Да то, что вы судьба, у вас эти F, это что такое? Это эпсилон, да? Эпсилон ЖК. И там просто вы из конкретного вида
ваших Т, можете посчитать, чему будет эта сверхправа. Да? Там генераторы Т — это сигма-матрица. Так, вопросы есть еще по этой задаче? Да, следующая задача — присоединенное представление. Присоединенное представление. Оказывается, что для любой алгебры, если у меня есть какая-то алгебра или не обязательно для группы SUN, я могу всегда из вот этого коммутатора сразу построить еще некое представление, размерность которого совпадает с числом коммутаторов. Да? То есть размерность в нашем случае будет этого представления n квадрат минус 1. Да? Т, А, Б, С. Б, С. Да. Б, С. А как это делается? Я должен просто взять и свои структурные константы взять с коэффициентом минус И. А, Б, С. Да. Минус И, Ф, А, Б, С. Значит, что здесь есть что? Индекс А пробегает значение от единицы до n квадрат минус 1. Да? Он, как и раньше было для генераторов ТА, он нумерует сами генераторы. Их у меня в группе n квадрат минус 1 штука. Да? Индексы B и C, они тоже пробегают значение. B и C тоже пробегают значение от единицы, да? N квадрат минус 1. Это уже матричный индекс, который мне говорит, что матрица ТА большое, это матрица n квадрат минус 1 на n квадрат минус 1. Да? Вот давайте с вами убедимся в том, что таким образом построенные матрицы по индексу BC, это матрица, да? Они действительно таким удовлетворяют коммутационным соотношением, да? С нашими структурными константами. А следовательно, они образуют некое представление нашей алгебры И. Да? В данном случае представление размерностью n квадрат минус 1. Раньше у нас размерность представления была n, да, для фундаментального представления. То есть это матрица для n на n. А здесь матрицы n квадрат минус 1 на n квадрат минус 1. Вот. А для этого давайте кто-нибудь из вас распишет тоже split copy. Тоже split copy как выглядит? Кто помнит? Ну там А, Б, С плюс Б, С, Б, Б, С, А. Мы должны рассматривать повторные коммутаторы, да? Да. То есть я беру вот такой коммутатор, беру коммутатор, да, и результат коммутирую с генератором, да? И суммирую с таким же выражением, где индексы А, Б и С по циклу переставлены, да? То есть это будет FBL CC TA прибавить CC TA CC. И чисто из определения того, что в нашем случае скобка ли это есть обычный матричный коммутатор, да, мы получаем 0. То есть в случае, когда у нас скобка ли это просто матричный коммутатор, это всегда 0. Не привязываясь к тому, что t это генератор нашей группы. Это просто тождественный 0. Да, все члены сократятся, если я коммутатор распишу. И с одной стороны это 0. В абстрактной алгебре у вас скобка это никакой не коммутатор, а некая ваша умножение по алгебре, да, и это тоже стоит, есть один из постулатов. То есть это в аксиоматике того, что такое алгебра Ли сидит. Да? Хорошо, давайте теперь попробуем расписать эти коммутаторы, исходя из
вашего фундаментального опыта. Давайте, Кирилл, идите. То есть пишем аккуратно, что такое крамп из вот этих генераторов. Что такое вот этот генератор, что такое вот этот генератор. Через БЦК, да? ТК, да. БЦК? ТК. А здесь? ТАК. Так, давайте вот вы аккуратно будете писать, потому что у вас буквы совершенно не отличаются одна от другой. F, C, C, A, A, аккуратно рисуем, и K. K. Да. ТК. Угу. И пожирнее, и покрупнее. А. Б, Х, ТК. А, ТК, ТК. Угу, отлично. Теперь у нас снова возник коммутатор, да? Ну да. Снова и его снова можем расписывать. Снова расписываем, да. У нас тогда получается имя и даст минус единицу. Ну, она будет общая. Ну да, мы ее можем вынести, убрать везде. Да, мы это так все хотим. Да. То есть F, B, C, K. F, B, C, K. Ну, на что? F, F, A, K, L, например. F, A, K, L. Хорошо. T, L. T, L, да. Он будет общего уровня вместе. Да. То есть T, L можно сразу сюда написать. Да. Угу. Здесь будет? F, C, A, K. F, C, A, K. F, B, K, L. Угу. Угу. И плюс F, A, B, K. C, K, L. F, A, B, K. C, K, L. Угу. И равно все нулю. Равно все нулю. Отлично. Теперь давайте что сделаем. Вот по условию, чтобы образовать генератор, я должен константу на минус i умножить, да? Ну да. Минус i. Вот давайте это тождество, здесь, кстати, стояло минус i, фактически i в квадрате, да, умножим на минус i. Каждый из вот этих f умножим на минус i. Mm-hmm. Да? И попытаемся переписать это в таком матричном виде, то, что есть написано, да? Теперь. Давайте начнем с вот этого. Если я вот этот f, здесь стоит a, h, l, умножим на минус i. t, a с индексами k. Пишите, это будет t, a, да? k, l. С индексами k, l, да. Здесь tb с индексами ck. Здесь будет tb, да? Индекс ЦК. А, ЦК, да? Да. Угу. Второй тоже хочу, чтобы это был... ТЦ с индексами. Не, подождите. Я тоже хочу, чтобы это был либо ТА, либо ТБ. Поэтому я индекс А, либо Б на первое место ставлю. Да? Ну да. То есть вот эта штука, это что такое будет? А, ну он антисимметричный. F у нас антисимметричный, да. При циклической перестановке ничего не происходит, да? Ну да. То есть F, A, B, C, я могу по циклу здесь переставлять, правильно? А с индексами KL можем написать. Да, тут какая-то не L у вас. K, C. Ну да. K, C. А это что такое у нас? TB с индексами KL. Угу. Плюс ТА с индексом. А здесь давайте так сделаем. А здесь напишем, что это есть
ФАБК, да, структурная константа, да, со своим минусом. А из вот этого сделаем Т с индексом С, верхним индексом С. То есть будет ТЦКЛ умножить просто на ФАБК. ФАБК, да. И минус Пи еще у вас. Да, и минус Пи. Плюс И, потому что если мы вот тогда... Нет. Все равенство на минус И в квадрате умножил, да? И мы переставили что-то здесь. Нет. А нет? Поняли, да? И что можем... Как это можно представить? Вот ну, это можно как... Как маточные произведения у вас уже все образовались, да? Да. ТТБ на... То есть это здесь... Антикоммутатор здесь получается. У вас здесь индекс К, по которому вы суммируете, он на одной и той же позиции, а здесь? На разной. На разной. Да, вот здесь... это что такое стоит? Матричные произведения. Произведения чего? Да, это не ТБ. На Т. Да, какой вот, какой матричный элемент? Эльт. Чего? С, С. С, да. А вот это? Вот эту нам надо тогда транспонировать. Да? Вот я смотрю, что могу сделать. Я могу индекс К поменять с индексом L, правильно? При этом я заработаю что? Знак другой. Другой знак, да? И снова оно образует маточное произведение. Маточное произведение чего с чем? Если я поставлю не знак? Т с ТБ с индексом... С индексом... Даже, извините, не совсем так. Мы хотим, чтобы у нас было С, L, правильно? Да. С, L. Поэтому давайте вот здесь вот. Да. Мы в первом поменяем С и К местами, да? В первом поменяли С и К местами, получили что? Т, А, Т, Б с индексом С. Т, А, Т, Б. С индексом С, хорошо. А в правой части? А... Вот это все, давайте перенесем в правую часть. То есть это будет И, Ф, А, Б, К, Ф, А, Б, К, да. А здесь вот давайте вот эту К поднимем вот сюда. Циклическую перестановку. Да, циклическую перестановку сделаем верхним индексом индекс К. ТК на ВЦ. ТК как, какое будет стоять? LC. LC, да? LC. Хорошо. А я бы хотел, чтобы было CL. Поэтому что я должен? Ну, поменять местами знак. Местами знак минус. Еще за разгон минус. Ого. И отсюда следует, что коммутатор для СТБ. Коммутатор ТАСТБ, какой элемент был коммутатор? Вот. Цельты. Да. Ну, мы можем уже эти индексы не писать. Ну, хорошо, мы пишем. И ФАБК ТК. ФАБК ТК, да. Мы видим действительно, что по такому правилу построены генераторы, удовлетворяют наши алгебры. Да? Все они действительно являются генераторами. Тождество якобы, я еще раз повторяю, его не надо проверять. Вот это тождество не надо проверять. Это тождественный ноль. Тождественный ноль. С Т большим. А? С Т большим. Так с Т большим, вот оно и написано тождество якобы. Или что вы имеете в виду? Нет, это... Написать вот такое же тождество для Т большого, да? Вот я вам говорю, что вы сюда можете писать любые три матрицы. А, Б и С, да? Неважно, что они генераторы или какого они размера, да, либо одинаковые люди. Вы всегда будете получать здесь ноль, правильно? То есть это тождественный ноль для случая, когда у вас коммутатор, сколько ли это обычный матричный коммутатор, да? А, хорошо. Теперь смотрите.
Что мы можем сделать? Вот такая красивая картинка чуть-чуть. Подскажите немножко, Кирилл? Вот давайте сделаем следующее. Вот у меня есть C, A, B, C, да? Мой генератор присоединен к представлению. Давайте я его графически буду изображать в виде такой вершины с тремя индексами A, B и C, да? Где индексы A, B и C расположены, смотрите, A, B, C, да? А здесь они расположены по часовой стрелке. A, B и C. Да. А дельта символ дельта АБ я буду обозначать просто линией. Здесь А, здесь Б. Да? А я дальше буду писать. Тогда, смотрите, тогда ваш вот этот коммутатор можно записать графический будет. Вот сюда вот возвращаемся наверх. Вот, его можно написать графически, видите как. То есть я от этого коммутатора беру C и Т матричные линии. C и Т. Тогда что здесь такое будет описано? Здесь стоит ТА, ТБ, да? С минус ТБ, ТА. Так, еще С, Д, Д, Л. Да? А здесь С, Д. Для таких соединиться. Ну, нарисуйте, как получилось. То есть по вот этому члену коммутатора отвечает какая картинка. А. Ну, их лучше вверх рисуйте эти А. Чтобы А было. Точки времени, кому не да. Здесь это А. Общий Д у них, правильно? А, С, Д. Да. Теперь, а здесь будет B, D, C. Угу. То есть вот это. Красиво давайте нарисуем. Все правильно делаете, просто. B и C. Нет. Это у вас не C, это вы так и рисуете. Да, да. Угу. То есть это будет B и L, да? Да. B и L. Ага, отлично. Ну тогда что у нас будет? То же самое, только с помененными А и Б. Да, то есть рисуем перекрещенную такую же картинку. Ага. Это как для не, эффекта? Не-не-не, вы не тут сами писали, здесь будет А и Б. А и Б, да. Это как для эффекта Комптона. Ну, тут без знака минус, да? Ага, хорошо. Правую часть пишем. Правая часть, как будет выглядеть? Смотрите, F с точностью до знака минус и это то же самое, что TA. Да? Вторая, это значит вот такая картинка. Ну да. Вот эти минусы тоже пока подпишите. Вот это C, это F. А здесь что у нас будет? Ну вот этого товарища рисуйте. ТК, С, сначала. Да. К. Это К. А здесь С и Е перчатка, да? Да. В таком же порядке. С и Е, да. Угу. И он сворачивается с Эфом. Ага. И с Эфом надо сделать Т. Да. На что он превратится? Какой картинка? Вот в такую. Индексы какие стоят. Так, ну тут минус дополнительный будет, так что так. АБК. Значит у нас А. Ага. Так, по-моему. Так, да? Отойдите, пусть все посмотрим. Такая картинка, правильно? То есть верхний АБК, он у нас ушел в структурную константу. Вот в этом. Дополнительный знак минус, который здесь сидит, да, он ушел в нижний блок, потому что, обратите внимание, нижний блок это КЛЦ, правильно? А у нас стоит КЦЛ. То есть еще был знак минус, вот здесь вот, для определения Т, он ушел в нижний блок. Да? То есть вот мы так записали красиво с вами коммутатор. Да? То есть у нас есть вот такое соотношение, да, коммутационное.
У нас еще кое-что есть. Мы в предыдущей задаче с вами вывели, давайте мы сотрем, вывели, что F, A, B, C на F, A, B, C штрих, а мы же можем предыдущую задачу. Давайте вот это множество, которое мы здесь написали, попробуем расписать тоже в наших картинках. Да? Угу. Так. Как оно будет выглядеть? На минусы мы два раза подставим. Угу. У нас получается минус здесь. В правой части стоит дельта, да? Дельта у нас это просто палочка такая. Да. А здесь получается. А. Угу. Совершенно верно. Ну, вот это прям тоже давай. Мы пишем сюда. Ну да. Не сюда. Да. Угу. Получается, как петлевые поправки. Ну, петлевые поправки. Видим, что петля наша цветовая, да? Цветовая петля снялась просто к одной палочке такой, да? Вот. Казалось бы, какой с этого всего толк, да? Но, глядите, вот это коммутатор, это мы с вами вывели. А теперь мы с помощью вот этой техники можем попробовать посчитать что-нибудь более сложное. Вот давайте, Кирилл, попробуем с вами посчитать вот такой вот объект. Смотрите. То есть такая цветовая диаграмма здесь стоит А, Б, С, Е, М, Ж. Да? То есть если бы мы через F записывали, давайте я через F напишу, что это такое. Через F, то это был бы довольно сложный такой объект. F по часовой стрелке рисую, да? А, Е, Ж сворачивается с F каким? Вот это еще никакой оценки. Или Б, Е, Б, Ф. Е, Б, Ф. А в третьей вершине? Ф, С, Ж. Ж, по часовой стрелке. Ф, С, Ж. Да? То есть вот так, вот три Ф мы сворачиваем, да, сейчас? Сворачиваем. Во-первых, вот так практически видно, кого мы, какой индекс, каким сворачиваем. То есть это, эти картинки удобные в записи. Потеряли, я ничего не потерял, потому что я еще не сказал, что равно чему. Да, да? Да. Вот, я просто пишу, пока чему эта картинка соответствует, какой свертке F. Да? А если мы хотим знак равенства поставить, как Саша хочет, то я должен три раза написать минус P, да? Потому что каждая моя картинка это T. Это картинка на T, а не на F. То есть это будет минус I в кубе. Да? Если в кубе, тогда мы будем написать здесь равенство, да? Равенство. Вот давайте попробуем это найти. В общем-то, можно было попробовать найти, подставив представление для F, которое мы вывели, да? Но это было бы очень долго. А мы с помощью наших вот этих правил можем это довольно быстро найти с вами. Есть какие-нибудь идеи, как? Ну, вот здесь где-нибудь петлю дорисовать вот на какой-нибудь из промежуточных линий. А зачем? Да, но сначала вот это, допустим, меняем на это, а потом у нас получается, а потом вот это вот. Петля, она все равно, она уходит в линию, да, то есть у нас линия была, так не важно, степлю она, не степлю, она добавилась, и все. Ну, в смысле, что мы петли можем вот это выделить, и вот это с этим нам даст вот это. А, ну, не понял, еще раз формулируйте смысл. Если мы ждем, ей поменяем детали. Ну, вот такую вот выделили. Конструктивную. Что, давайте сейчас, Кирилл, что хочешь. Что выделить? Такую вот эту.
Да, и что? Потом можем вот это заменить вон на то. Вот это заменить на это. На это, да. Давайте попробуем. А вы, кстати, то же самое делаете, что вам сейчас Андрей говорит. Только чуть более сложно. Вот у вас действительно есть вот такой блок, да? Вот такой блок, смотрите. Вот это А, это Е, это Ж. Да? Да. Вы про этот блок знаете, что он тоже. Он у вас антисимметричный, правильно? Mm-hmm. То есть если вы вот эти ноги местами поменяете, то он придется знать минус, правильно? Правильно? Поэтому мы можем всю нашу вот эту диаграмму расписать таким образом, смотрите. Это А, это Е, это Ж. Да? А внизу у вас стоит вот такая, вот такой вот блок. Да? Это Ж, это Е, Ф. Верно? Здесь у нас идет сверху, да, по этим образом. Теперь, пользуясь антисимметричностью вот этого верхнего блока, как это можно переписать? Значит, вот эту штуку можно представить, это одна вторая, она же плюс переставленная, правильно? Да. Получится? Минус. Да. Одна вторая, рисуем там же. Вот это же диаграмма. Минус. Угу. Совершенно верно. Здесь один и тот же F стоит, да? Да. А теперь чем можно воспользоваться? Вот этим? Вот этим соотношением. То есть то, что мы сейчас делаем, это, в общем-то, есть то, что вы предлагали. Вы правильно догадались, да? То есть вот этот блок расписываете через коммутатор и сюда подставляете, да? А следующим шагом мы петлю заменяем на... Да, вот и все. То есть мы получили, что вот такая сложная свертка, это что такое? Почему это надо? Прямо пополам. На F. Ну, на минус I. Минус I. И F какое? А, C, B. Почему C, B? А, B, C. Ну, в таком же порядке поделить, да? А, B, C, да? То есть видим, что в какой-то момент картинки начали самостоятельной жизнью жить, да? То есть с помощью них стало довольно удобно вычислять всякие комбинации F, да? Что у нас? Ну, потому что наш этот объект, вот это, да? Это A, B, C, да? Это что такое? То есть минус I, минус I, A, B, C, да? Мы же нашу картинку, вершинку такую, рисовали для Т, для генератора присоединенного представления. Да? Присоединенное представление, оно довольно важно, и оно довольно много говорит об вашей группе, об алгебре, потому что оно структурных констант строится. Да? Например, если вы знаете, как у вас устроена такая матрица для АПБ, чему это равно? Если вы знаете, чему равен этот генератор, для произвольной группы, где Т это матрица присоединенного представления, то вы можете сказать сразу, компактная у вас группа или некомпактная. Да? То есть это компактная многообразие или некомпактная. Если эта матрица положительно определена, то компактная. Если не положительно определена, то не компактная. Чему равен этот трейс? У вас распишите, что такое трейс. Просто распишите пока по определению, что такое трейс матрицы. Он будет повторять.
Допустим, НК. НК, ага. ТБ, допустим, КФ. Ну, КФ. Да. Теперь через F пишем. Так, тут минус единица будет, раз два раза минусы надо подставить. И что? Хорошо. F, A, N, K. F, A, N, K, ну, умножить на что? F, B, K, S. B, K, S. Ага. А это чему равно? N, да. Минус. Знак минус. Запихиваем в перестановку индексов или кантера и позиции. Получается какой-то 2F. Да? N, дельта, B. N, дельта, B. Да? То есть видим, что для нашей группы, а для группы SUM у нас трейс генераторов в повседневном представлении есть N, дельта, B. Да? Для фундаментального здесь стояло что? Представление. Одна вторая. Одна вторая. Для повседневного здесь стоит M. Да? Хорошо, спасибо тебе. А кстати, вот это можно использовать, чтобы какие-то поправки. Типа там блюдные ветли. Нет, это все, конечно, это нужно использовать, но это как часть цветовой алгебры пошло вычисление. У вас есть цветовая алгебра, здесь все остальное вычисление. Да. А вот, если бы мы по-другому объединили нормировку фундаментального представления, тут же бы я не поменялась или поменялась? Вот, нормировку присоединенного не поменялась же? Нормировку, нет, если нормировку фундаментального изменили, поменялось бы, да. Поменялось. Ну, конечно, у вас, смотрите, это соотношение, оно нелинейное про Т. А, ну да. Если вы нормировку Т меняете, то у вас эта нормировка, она перекачивается в константу F. Правильно? Да, да. Ну, соответственно, она и здесь вам скажется. Так. Давайте на сегодня закончим.